Дорогие друзья, участники 5-го Всероссийского открытого литературного конкурса «Лифт-2020», я рада приветствовать вас. Вот уже 5 лет, как мы, литераторы, гордо шествуем по стране и за ее пределами, высоко вознеся флаги литературных фестивалей, союзов и творческих объединений. Шествуем с гимном лифтийцев, бросивших вызов литераторам всего мира на объединение, дружбу и мир на планете. Мы – люди одной планеты, поем мы на разных языках. Я искренне поздравляю участников конкурса «Лифт», вошедших в длинный список лонг-листа. Ваши имена будут внесены на страницы Всероссийского литературного журнала «Лифт». Я желаю вам творческого вдохновения на пути в профессиональном и личностном росте писателей.